Привыкайте жить, как в Москве. Несмотря на то, что календарь уже перевалил зимний экватор, заторы на дорогах Челябинска по-прежнему не уступают столичным. Сегодня с утра весь мегаполис снова встал в 10-бальных пробках. Честно, уже бесит. Эта улица 250 лет Челябинску. А две полосы в каждую сторону. Рабочая в настоящий момент одна полоса. В одну сторону, одна в другую. И вот такие кучи снега на крайней правой полосе. Дорожники отчитались, что в субботу и в воскресенье с улиц вывезли 60 тысяч кубов снега. Для решения транспортной проблемы этого явно недостаточно. Судя по картам, движение было парализовано во всех районах. Произошло больше десятка ДТП. Нерасчищенные дороги встречаются даже в центре. Так на улице Коммуны из-за снежного наката столкнулись две легковушки. Ограничено движение. Вот улицу Коммуны как будто бы вообще не убирали за все время после снегопада. Ужасная колея, здесь просто нереально ехать. Вот даже машины занесло, получается, и столкнулись две. Вот какой размер у колеи. Хоть бы почистили один раз. Ужасный накат. Не решились за выходные проблемы с транспортом. Автобусы и трамваи были забиты под завязку еще на конечных остановках. Люди по полчаса мерзли в ожидании свободного места. Напомню, на прошлой неделе администрация пообещала помочь подрядчикам дополнительной техникой. На что у людей возник закономерный вопрос. На что тогда пошли миллионы, заплаченные организациям за уборку?